Снова всем привет, и мы продолжаем играть в игру Krampus is Home. В прошлый раз, как вы помните, Krampus принес меня в свое логово, из которого нужно сбежать. Так, но я пока что не понимаю как. Телевизор. Не работает он нормально. Тут какая-то коробка, но она пустая. Стоять, это что? О, записка. Некоторое время назад меня переселили в эту клетку. Здесь очень одиноко, но определенно лучше, чем в других областях, где шум невыносим. Я видел некоторых существ, которые выглядят как щелкунчики. У них есть глаза, но на самом деле они слепы, и их огромные уши позволяют им иметь исключительный слух. Я видел очень странных существ здесь, но я не знаю, как можно сбежать от них, как... А, тут почему-то... Пунктуации нету нормальной. Не по правилам. Не знаю, кто здесь переводил. Ну, короче, как ни странно, я нашел выход рядом с дверью клетки. Я слышал, что есть выход где-то внутри области 200. Надеюсь, эта записка поможет тем, кто застрял в этой клетке. Я нашел выход рядом с дверью клетки. А где? А, возможно, есть где-то какой-то потайной ход. В унитаз лезть, что ли? Нет, не могу. Так, и что он там еще говорил про каких-то щелкунчиков, которые слепы, но имеют исключительный слух? Типа бабка Грэнни. Ну, они, наверное, отличаются от бабки Грэнни только тем, что бабуля-то видеть умеет. А эти слепые, так что можно этих балбесов обойти. Я так думаю. Так, ладно. А где же тогда, может быть, еще тайник под кроватью? Нет. О! Может, здесь, рядом с тумбочкой? Опа! О! Я так и знал! Потайной ход, вот он. Вот, потайной ход. Так... Куда это мы попали? Не знаю. Вылез. Мне нужно найти область 200. Ну, я уж понял. А где она находится? Жутковатое местечко. А может, это и не логово Крампуса вовсе? Что у нас тут? Сплошная темень. Ничего не разобрать. Еще тут говорит... Опа! Щелкунчик. А, нет, он меня не спалил, слава богу. Помните, он слепой. Вот когда они рядом, нельзя шуметь. Так, ну тут... Фонарик хоть есть где-нибудь? Мне нужен фонарик. Тут сплошная темень. А это еще что? Фиолетовый свет. Ой. Что за звук? Что это за звук? Как будто кто-то работает. Или какой-то механизм заработал. А-а-а! Балдая, вот же он, этот механизм. Ну, двигаем дальше. А это что? Непонятно, что это такое. А фонариком здесь, я так полагаю, и не пахнет. Я потерял все свои вещи. Сона 934. Щелкунчик. Где он ток? Я слышал его шаги. Да
Давайте-ка вот тут заныкаемся. Опять фиолетовый свет какой-то странный. Что это вообще такое? Здесь еще какой-то бродит монстр. Ой. Этот звук обычно, когда меня чудовище заметило. Так. Туда я не могу попасть. Все завалено. Ладно, хорошо. Ой, щелкунчик. Щелкунчик, я его слышу. Топает и щелкает. О, вон он. Вон он. Ушел в другую зону. Так. Может, здесь я найду что-то? Ой. Щелкунчик идет назад. Так, сидим на месте, не двигаемся. Все, ушел. А, нет, не ушел. Все, ушел, ушел. Давай, иди назад в эту зону. 938. Стоять, или он сейчас пойдет назад? Да ладно, опять назад пошел. Че ж ты тут все время околачиваешься? Опять вошел в комнату. Ты мне тут дашь спокойно пошарить или нет? Фиолетовый свет. Возможно, тут ходит какая-то неведомая тварь, которая этот свет излучает. Так. А ящики? Да ладно, они не открываются. Ух ты, батарейки. Только зачем мне нужны батарейки без фонарика? О, щелкунчик. Нет, он прошел мимо. Стоять, он здесь? Нет. Короче, ничего полезного я тут не обнаружил. Стоять. А эту лампу я могу взять? О, пластиковый фонарик. Прикольно. Стоять. А это у нас что? Ключ от главной области. Все, он мой. Ой-ой-ой. Кажись, сюда направляется щелкунчик. Отлично, теперь у меня есть фонарик и ключ. Во. С фонарем будет легче. Осторожно, крадемся. А вон и щелкунчик. Это что, пылесос, что ли? Надо его как-то не умудриться включить. Блин, а как-то он на меня напал. Он же мне вроде как слепой. Или он подошел ко мне слишком близко. Но нет, он намеренно шел именно на меня. Так, ладно.
Закрыто. Так. Там, я знаю, ничего нет. Там тоже. Вот что это за свет такой фиолетовый? Реально монстряк какой-то или нет? Так. Ага. Открывается. Значит. Идем осторожно. Ой. А, вон. Идет. В комнате его нет. Идем в комнату. Опа. Ой-ой-ой, он меня услышал и кричался. Я скрипнул полом. А как такое произошло? Я же ходил здесь и пол не скрипел. Сразу опа, и рванул, как бабуля Грэнни на экстриме. Зашибись. Я думал, сейчас буду играть в Case Animatronics, а теперь играю в бабулю Грэнни. Точнее, нет, первый-то уровень был как раз как в Case Animatronics, а этот уже как в бабулю Грэнни. Ой! Опа! Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Ой! Я понял. Они фигово двигаются. Они неповоротливые. Они не могут быстро маневрировать. Они вот так вот быстро сначала поворачиваются, а потом идут. Они умеют только по прямой бегать. Маневрировать они не умеют. Тут был скрипучий пол, но он больше не скрипит. Так, беру батареи и ключ. Щелкунчик. Понятно. От этих балбесов тоже можно удрать. Надо маневрировать. Пришел. И ушел. Так, 937. Значит, он от области 937. Куда он пошел? 936. Где эта тварь? Вон он. 39, 38. Где 37? Ой, что это? Как будто какая-то ловушка. Есть идея. А щелкунчика она мне помочь грохнуть может? Сейчас... Хотя, если честно, я не хочу это проверять. Быстренько промчались. О, 937. О, ой, а здесь ходит щелкунчик. Так, почему я здесь? Я не совершал ничего дурного. Опять фиолетовый свет. Но здесь точно какой-то монстр ходит, который светит фиолетовым светом. Так, а реально, из-за чего же на меня Крампус-то напал? Я реально что-то набедокурил.
Или же нет? Так, стоять. Во. Щелкунчик. Мне кажется, он палит еще по свету. От фонарика. Он уходит. Это хорошо. Тут что-нибудь есть? Ничего. О, щелкунчик. Здорово, мой деревянный друг. Хотя не, какой же ты мне друг, ты мне враг. О, я добрался до того завала. Куда я сейчас попаду? В еще одну тюрягу. Хотя стоять, может, тут записка от кого-нибудь? Нет. Ничего нету. И зачем я сюда пошел? Там, кажись, щелкунчик. Осторожно ходить, чтобы с ним не столкнуться. Иначе это будет жопа. Где он? Опа! Щелкунчику пришел кобзец. Значит, все-таки их можно убить этой фигней. Но если он, я вижу его останки. Ой, давай иди сюда. А, он ждет, зараза. И проходит мимо. Так что я не знаю, можно ли его этой штукой грохнуть или нет. Но сбежать от него с помощью нее... можно. Пока он там стоит, ты вжух, и нет тебя. 939. Так, а здесь у нас ничего полезного нету. Нет, только куча коробок каких-то. Сомневаюсь, что это коробки для подарков. Ой. А, это же ловушка. Я подумал, там щелкунчик. А. Это дверь на замке. Но ничего удивительного, здесь все двери на замке. Так, а сюда я могу как-то попасть? О, окно. Спрячемся. Телевизор выключать не будем. Он помогает ориентироваться, он же светит. Так. Но хотя фонарик тоже не помешает. Ух ты, пух ты, батарейки. Пригодятся. Щелкунчик. Куда он идет? В комнату? Он вообще может сюда зайти? А, да запросто, блин. Вот только где он? Закрыто. Значит, только через окно. А прыгать опасно.
Эта дверь тоже закрыта. Значит, лезем через окно. Так, щелкунчик вроде не рванул сюда. Закрыто. О! Пришел. Но должен же быть какой-то ключ. Ведь недаром я сюда пришел. Скорее всего, я что-то упустил в той комнате. А где щелкунчик? Он уходит? Ой. Прыгаем. Да, вот он, ключ. Ключ от главной области еще один. И батареи. Ага, вон он. Ушел. Щелкунчик, блин. Так. А от какой области этот ключ? Опа. От 900... От какой тут? 939-й. На 939-й, значит. А где эта зона, я уже не помню. Осторожно. Щелкунчик, надеюсь, не услышал. Стоять. 930-я. А какая нам нужна... 939-я. Щелкунчик. О, нет. Ой, щит. Бежим, бежим. Бежим. 932-я. 33-я. Нам нужна 39-я. Фух. Мы сбежали от этого щелкунчика. Стоять, кажется, тут где-то 939-я. 37-я. 35-я. Здесь еще одна ловушка. Вот я-то до сих пор не понял, возможно ли ее использовать против щелкунчиков. О, 939-я. Стоять. Здесь где-то щелкунчик. Нет. Итак, я открыл дверь на эту зону. А ведь там, если вы помните, этот самый фиолетовый свет. Походу, тут обитает тварь, которая его излучает. Достану-ка я фонарик. Фонарик, я сказал. Так. Что-то мне подсказывает, что эта дверь наверняка закрыта. А, нет? Прикольно. Вон фиолетовый свет. Опа! Это еще что за страхолюдина? Какой-то на колесиках придурок. Еще один чмырь. Что-то мне подсказывает, что он ни хрена не слеп. Закрыто. Понятно, вижу фиолетовый свет, сматываюсь. Здесь пусто. Ой. О, блин. Шарманка. Ой-ой-ой. Ой, он по мне чем-то выстрелил.
Все, он уехал. Он чем-то стреляет по мне. Какой-то фигней, которая дезориентирует меня. Так, возможно, мне надо убрать фонарь. Ладно. Этот придурок уехал. А я пойду здесь осмотрюсь. Ясно. То есть этот уже не слепой. Его надо просто убегать. А еще он чем-то по мне стреляет. Камеры. Но они закрыты. Собственно, можно даже по ним не ходить. Так. Интересно, а Крампус тут где-нибудь бродит? Ага, закрыто. А, эта камера. Эта камера тоже закрыта. Там... Ой, щелкунчик. Блин. Мне придурка этого хватало на... хватило на колесиках, точнее. Тут еще и щелкунчик. Давайте-ка... Вот куда бы нам прошмыгнуть? Тут камера. А откуда я пришел сюда, я уже не помню. Оттуда? Оттуда я пришел. Стоять. Да-да-да, вот. С 940-й. А это? Это закрыто. 943-я. А тут я был или меня здесь не было? Нет, меня здесь не было. Опа. Камера. Ну да, которая, разумеется, закрыта, и которую открыть я не могу. 45-я. О, нет. Чмырь на колесиках. Нет, он проехал. Комната. Ой-ой-ой. Отстань от меня. Здесь камера пустая. Да в камерах нет, короче, ничего. Вообще. Вон этот колесник. Ой-ой-ой. Щелкунчик. Ой. Ай, ты зараза, блин. А какая у меня сейчас контрольная точка? Какая у меня сейчас контрольная точка? О, 939-я. То есть вот где я здесь поднимался. Да, до области 200, походу, как до Китая пешком. Тут этих областей полно. Ой, колесник. Эй, а ты меня тут заметишь? Нет, уехал. Ну да, видимо, мы не сразу отсюда еще сбежим. Короче, люди, у меня тут произошла хреновина какая-то. Вот я открыл эту уже область, как вы видите, 930-ю. Короче, я нашел в одной комнатке ключик. Гаечный ключ. И желтый фонарик. Другой уже. Все проверь. Так, этот вот он у меня уже сел.
Во. Зарядил я его. Так. На паузу поставлю, сейчас скажу. Ну и вот. Потом я пошел в одно место, там решетка была к полу привинчена как раз гайками. А точнее даже болтами, я не понял, что это такое. Они в форме звезд были. И в форме звезд ключ тоже был. Я их открутил и сюда вот вниз провалился. Но у меня в это время какие-то технические неполадки произошли, из-за которого процесс я заснять вот этот не смог. Точнее, нет, я его заснял, но потом произошел сбой, и запись, разумеется, не сохранилась, а контрольная точка тут уже была. Так что продолжаем с нее. Так, опа. Вон тут чувак какой-то. Кто это? Так, а вот эти вот я открыть могу? Я не могу открыть эту дверь, она закрыта. А эту? Эта дверь на замке, понятно, то есть только сюда. Кто это? Эй, ты знаешь, где мы? Опа! Исчез. Галлюцинации у меня, наверное. Что происходит в этом месте? Ой, да сам вот хотел бы узнать, что тут происходит. Так, ну больше мне. Ясно. Так. Походу мне больше некуда идти, только в эту дверь. Это я говорю про игру. Нет. И что это? Куда это я пришел? Ой. И здесь фиолетовый ездит. И какие-то клетки летают. Самое главное, чтобы игра опять не зависла. Потому что вот та самая техническая ошибка, как я говорил. Я не понял, он что, сюда катится? Вроде нет. Надо как-то умудриться мимо него пробраться. Только как? Надо, видимо, как-то еще вот тут прыгнуть. Быстро он у меня сел. Фонарик-то. Батарейки заканчиваются. Так. Я понял, надо с разбегу. Ай! И грохнулся я. Ладно, начинаем с последней контрольной точки. Попробуем еще разик. Мне нужно найти область 200. Ага, я уже здесь нахожусь. Мне надо с разбегу сигануть. Ай! Теперь меня этой клеткой сбило. Прыгнуть-то вообще не пойму. Окей. Бежим, 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 бежим. Ай, что ж ты будешь делать?
Ну не могу никак и все. А по-другому никак. Только прыгать. Да, походу только прыгать. Подождем, пока этот чувак проедет. Эй, а чё я не прыгнул-то? Я же нажал пробел. Ну-ка. Вот, пробел, прыгаю. Почему я не прыгнул-то? Так, а может здесь с разгону прыгать нельзя? Если это так, то я не понимаю, как еще можно на ту сторону попасть. Да. Нельзя. И что же мне тогда делать? Другого-то пути нету. Разве что из чего-то переправу сделать. Но с чего? Ух ты, а это у нас тут что? Просто тупо какой-то фонарь. Ладно. Опа, дверь закрыта. Значит, только здесь. Стоять или сделать переправу вот из этой решетки. Но нет, он ее брать не хочет. Прыгать он тоже не хочет. Здесь можно только прыгать. Вот, пожалуйста. Нет, лучше я попробую посмотреть прохождение. В общем, здесь все-таки прыгать нужно. Как-то, значит, придется изловчиться и прыгнуть. Да... Поздно прыгнул, что ли? Там я прохождение смотрел, он прыгнул с разбега, а у меня он почему-то с разбегу не прыгает. С чего бы вдруг? Смотрите, бегу и не прыгаю. И не прыгаю. Почему я не прыгаю-то? Не должно этого быть, я должен прыгать. Ёлки-палки, прыгать. Разбежаться и прыгнуть я должен, а он не прыгает. Хотя в прохождении я смотрел, он все прекрасно прыгает. Он не помнит, когда мы приехали, он не помнит, как ты из дерева.
Чего вот? Просто не хочет он со сбегу прыгать, и все. Ну-ка. Управление. Вот, блин, ускорение, прыгнуть. Все должно работать. Так, какого фига не работает? Так, а если попробовать клавиши поменять? А, нет, блин. Поменять нельзя никак. Я выяснил, чтобы прыгнуть с разбегу, надо использовать для бега клавиши не WASD, а стрелки. Вот сейчас я попробую загнаться и прыгнуть, и все у меня получится. О, я что говорил? Ой, только меня этот вот спалил, чубрик. Хотя бы прыгать с разбегу научился. Все, сейчас я пройду это местечко. Подождать, пока он проедет. Бежим. Ну нет, он все-таки приехал. Спрятаться от него тут нельзя. Значит, надо быстро бежать и прыгать. Ну чё, воспользовался старым способом, как я в Момо играл еще. Положить что-то тяжелое на клавишу Shift, чтобы она удерживалась. Самому бегать просто. То пальцев не хватает. Ой-ой-ой-ой. Ай, ты ж, блин, меня клетка ударила. Ну, а так я бы мог от него удрать. На той стороне он бы меня уже не достал. Все, перепрыгнул. Здесь этот чмырь на колесиках меня не достанет. Так. Ну и, судя по всему, нужно идти вот в эту дверь. Так. И где это мы находимся сейчас, интересно?
Опять эта ловушечка. 927. О, открылась. Идем в нее. Так, я не могу открыть эту дверь, она закрыта. Так, 5 щелкунчики и гад на колесиках. Опа, а это кто тут смеется? Кто это смеется-то? А, это ты смеешься? Кто такой? Ой-ой-ой, сюда гад на колесиках приехал. Давай замочи. А, блин, а этих... Эта фигня не мочит. Ну, блин, приехал ко мне. Я не пойму, он тут не один, что ли? Потому что тот там остался. Много, видимо, здесь этих колесников. Не знаю даже, как назвать. Так, ладно, давайте-ка возьму тогда фонарик другой. Во. Вот это, ты попробуй вон того пацана освободить. Это дверь на замке. Да, это смеется он. Не пойму, почему он смеется. Он же вроде как в плену. Может, это и не он смеется вовсе. Той. Ё-моё. Щелкунчик. Закрыта дверь. А вот это открыто. Здесь очередной тюремный блок. Открыто. 920-е. А, наверх. Лестница. Чё я вообще здесь ищу? Так. Проезжай мимо. Не будем друг другу мешать. Ага, эта дверь закрыта. Но эти монстры могут, я так полагаю, любую дверь открывать, даже запертую. Да и не, я так полагаю, они открывали. Так. Это закрыто. Понял. Значит, ищу ключ от этой зоны. Это тоже закрыто. Ой. Вон тут еще кто-то сидит, телевизор смотрит. Как мне их освободить-то, пленников всех? Там этот катается наверху. Ой, щелкунчик.
Ну все, он меня спалил. Ну ладно, я так полагаю, мне здесь еще долго надо возиться. Так что эта часть подходит к концу. Оставшуюся часть этой тюрьмы в логове Крампуса мы в следующий раз пройдем. Может, получится узников спасти. Понятия не имею, спасу я их или нет. Мне свою бы шкуру спасти. Там тут ходят всякие. Непонятно кто. Так что, как я уже сказал, на этом все.